Что касается переезда в другую страну, я с детства, когда я окончила школу, мне родители предлагали на выбор поехать учиться либо в Америку, либо в Европу, либо остаться в России. Я все-таки выбрала остаться здесь, в Москве, получить высшее образование здесь, потому что я не хотела уезжать из своей страны. И, в принципе, комфортнее мне все-таки. Я много где была, очень люблю путешествовать и видела мир. Сказать, что я хочу переехать в какую-то страну и жить там, я бы, наверное, так не сказала. Все-таки мне комфортнее жить здесь, в своей стране.